sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, famous season. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah? I got racks, racks in my sack or in my bag, yeah. They said, say Nick, what you got up in that bag, yeah? Racks in my sack or my bag, yeah. Snowfall frozen, neck is frozen, catch me rolling. Доброе утро. Сегодня снова удалось встать раньше Евы. Поэтому я выхожу на улицу, бегаю 2-3 круга в парке, разминочку. На свежем воздухе сейчас такая у нас прямо суровая зима, минус 21 вчера был. Зато свежачок такой, сразу с самого утра, шанса не проснуться нет. Зимой, конечно, в ботинках не супер удобно бегать, но, знаете, я и не бегун, прямо атлет, чтобы задумываться о специальной обуви. Для 2 кругов мне более чем достаточно. Главное немного разминать голеностоп перед началом бега. Мы прибежали на завтрак, пока что дали только воду. Рождественский. Опа. Ева, скажи каша. Каша. Йо. Йо. Дай пять. Мама. Йо. 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 Я немного не до блогер. Снимаю, когда мы уже почти все поели, но с ребенком по-другому не получается. Давайте вместе приготовим витаминную бомбочку. Очень вкусный согревающий облепиховый чай. Нам понадобится замороженная облепиха, имбирь, лимон, куркума и вода. В ковши кладу ягоды облепихи, заливаю теплой водой, режу дольками лимон и имбирь, добавляю немного куркумы и почти довожу до кипения. И самое важное, оперирую погружным блендером всю смесь. Вот и все. Пейте, заряжайтесь витаминчиками. Можно добавить мед, можно разбавить водой. Это уже дело вкуса. Сегодня в планах большое дело. Точнее, начало длинного пути, я бы так сказала. Я иду в не музей мусора. Это такое место у нас в Екатеринбурге, где сортируют мусор, точнее, принимают отсортированный мусор по фракциям. И сегодня нам даже сделают там экскурсию. Кому нам? Про кого я говорю? Я встречаюсь со своей помощницей в Екатеринбурге, и она уже сортирует мусор больше года. И на самом деле она такой толчок мне дала очень хороший в этом деле, потому что не было до сих пор в моей жизни примера личного человека, который это все делает и кайфует от этого и готов поделиться своим опытом. Поэтому идем. Как же много нового я узнала на экскурсии. Для меня просто открылся другой новый мир. Даже не знаю, почему я раньше не углублялась в эту тему. Видимо, действительно всему свое время. Обязательно дайте мне знать, интересно ли вам это и делиться ли мне своими первыми шажками в этом направлении. На самом деле, вообще все сразу это очень трудно сделать. Mm-hmm. Вот я, например, не могу себе до сих пор многоразовые бахилы купить и себя тоже порой за это ругаю. Но я понимаю, что если мы начнем все сразу делать, это будет очень много, трудно. И это откат назад. Энергоемко. Мы принимаем чистые бутылки. Прежде чем сдать, нужно помыть и снять крышку. Вот видите, какая у нее упаковка? Вроде бы кажется, что бумага. Но mm-hmm. на самом деле это многослойный вид пластика. У нас здесь есть алюминий, пластик и бумага. В общем, тут специальная краска. Термическим способом в кассе она наносится. Это еще и для здоровья, кстати, вредно. Это для здоровья вредно, да. Что у тебя здесь? Делись. Делюсь. Это пятый мягкий. Здесь у нас под шоколадок. Да, я ем сладкое. Мягкий. Пять. Пятерка, да. Да,
Вот все вместе сложила, выбросила. Ага. Красоточка. Крышечки. Кстати, это то, что тогда мы с тобой, помнишь, покупали. Это, наверное, оттуда. Морс, что ли? Морс. Так что считай, ты внесла вклад, что ты покупала. Давай, да, твоей рукой. Сюда, да? Да. Мой первый переработанный мусор. Это то, как мы будем выглядеть, если будем потреблять пластик. Да, году у нас в океане будет пластика больше, чем рыбы. Какие маленькие шаги, самый первый, можно предпринять? Например, можно отказаться от пластика. Вот как раз термос взяла в руки и ответ пришел. Можно заменить пластиковые стаканчики из-под кофе на термос. Можно начать разделять макулатуру, бутылки простые, PET-1 и жесть. Угу. Жесть тоже можно легко найти, куда достать. Ну и перейти на многоразовые изделия для пользования. Например, эти же сумки, шоперы, фруктовки. Да, вот у меня сейчас первый класс. Если можно по классам, знаете, школу бы сделать с 1 по 11. Где в 11 ты там вообще, я не знаю, уже, у тебя свой компост, все-все-все свое. Здесь такая инсталляция, посвященная пластику в океане. Бедный кит в горах пластика. Катя! Да, Саш! Сколько ты времени сортируешь? Ну, около года. Скажи, это сложно, честно? Смотря, как ты относишься к этому процессу, все когда-то впервые. Угу. Ну, сложно ли? Это вызывает дополнительные трудности, да. Тебе время, нужно да? время, тебе нужно посмотреть на маркировку, когда ты что-то покупаешь. Тебе нужно это помыть, высушить, сложить, приехать. Сложно. Можно ты? Да, сложно. Да, сложно. Но когда ты понимаешь ценность, да, ты... Ну да, когда ты превращаешь это в хобби, в игру, повод встретиться с подругой, потому что мы ходим с друзьями, у нас это обязательная традиция. Раз в неделю мы встречаемся, гуляем, можем сходить еще попить кофе. Да, то есть такое развлечение, понял. И при этом ты еще и делаешь хорошее дело. У меня нет задачи навязать, я особо сама не звоню, не рассказываю, не показываю, если меня не спросят. Моя мама, она увидела пару раз, как я сортирую, она мне задавала вопросы, я ей отвечала, и в один прекрасный день она сказала: давай я буду сортировать дома, а ты будешь забирать. Я говорю: потрясающе, конечно. И не было такого: мама, выброси это, что это, зачем ты это купила? Нет. Катя, ты знаешь, что ты сподвигла меня на то, чтобы я занялась этим? Правда, спасибо. Погнали туда. Сдавать то, что ты принесла. Я одежду сюда вообще-то принесла. Еще один червячок. Шарик, папа сдувает шарик. Все, больше мы не будем шары покупать. Нафиг они нужны. Их потом никуда не деваются. Не покупай, мне без разницы. Хорошо, мне тоже можно не покупать. Да давай. И здесь он долго, да, держится? Ё-моё. Ева, червячки только в рот не засовывай, пожалуйста. Давай вот сюда. У нас ревизия детской части. Вот это все было в мягких игрушках. Мы еще думаем, кого между ними оставить. Одного пупсика какого-нибудь. Вот это мы все сложили. Мы, конечно, это не выбрасываем. Мы оставляем на время. Через месяца три, например, поменяем. Потому что когда очень много игрушек, и самому ребенку развиваться сложнее, и хаос это, конечно. Вот пока что мы оставили двух. Это лосяш и мяу, Евин любимый. Вот этого зайца тоже можно отправить в коробку. Мы наконец добрались вот до этой полочки. Здесь только что все было уставлено книгами, вот так вот в три ряда. Мы их разбираем. Основные категории определили: это детские, саморазвитие, питание и воспитание детей и семейные такие. Это то, что мы оставляем. А эта стопочка приговорена нами не на выброс, а как на передачу другим рукам, потому что книги должны читаться, а не просто стоять, даже несмотря на то, что они вот некоторые новые, некоторые один раз прочитанные, очень хорошие книги, но мы понимаем, что мы их больше не прочитаем, будут просто стоять, поэтому следите за моим инстаграмом, когда я выставлю сторис, скорее всего, о том, что книги уйдут в парк, а именно в шкаф читательный. Наши птички перейдут вот на этот этаж, когда мы уберем все вот эти вот альбомы, все-все-все, а здесь полочка будет, как Денис говорит, хаб зарядки, да? Здесь будут все устройства наши заряжаться. Удобно, что в одном месте. Наводим чистоту перед Новым годом. Расскажи, что мы делаем. Мы пишем аффирмации. Зачем? Чтобы настраивать себя на правильный лад. На хорошие мысли? Да. Этой доске, мне кажется, лет 5. Смотрите, как здесь все выцвело. Здесь были всякие стикеры. Мы писали друг другу стикеры, всякие приятности и сюда приклеивали. А вот эта штука, кстати, это с моего самого первого мероприятия YouTube. И она настолько приклеилась, что я как ни пытаюсь оторвать ее, она отрывается с корнями, так сказать. Поэтому я ее так и оставила.
такой лайфхак для мамочек. Если вам нужны лишние 15 минут, а они лишними никогда не бывают, берите пальчиковые краски и сажайте ребенка прямо в ванную. И можно не переживать, что ребенок измажется. Потому что все это просто легко потом смыть струей воды. Нарисуй здесь мяу. Нарисуй мяу. Вот, видите, замечательно. И время для творчества, и у мамы лишние 15 минут. Я советую именно пальчики выбрать, потому что они легко отмываются. И для кожи ребенка тоже они не токсичны. На пудике можно рисовать. Как у меня вообще нашелся такой способ? Мы начали рисовать с Евой просто на бумажке на полу. И все у нас вокруг было в красках. Я поняла, что это такая себе затея. Порисовали мы минут 10, и потом я отмывала все минут 40. И Еву отмывала, разумеется, в ванной. И вот, отмывая ее в ванной, я подумала, а почему бы сразу же в ванную ее и не сажать? То есть не включать воду, да, чтобы краски не смывались сразу же, дать краски, посадить туда Еву, и пусть она рисует вообще везде вокруг, и не нужно ограничивать, потому что дома же мы, как говорим всегда, только на листочке можно рисовать, а им хочется и по полу, и по стенам, а здесь в ванной просто никаких ограничений, рисуй где хочешь. Сейчас я буду планировать следующую неделю. Просто как место преступления, знаете, будет выглядеть ванна наша. Потом легко водой отмывается. Приехала на маникюр, потому что уже все плохо, совсем плохо. Всегда хожу на параллель, ой, волосы попадают. На параллель, маникюр и педикюр, когда это возможно. Слушаю книгу, либо смотрю какой-нибудь видосик. На самом деле ничего нового я делать не буду, я всегда делаю блаш, оттенок этот. И незаметно, когда отрастает, и естественно смотрится. Решили оставить соседям вот такой приятный сюрприз. Вымыли мандаринок. В том году в той квартире, я помню, поставила растение, то есть цветок. Думала, будет радовать соседей, но его украли. Посмотрим, будет ли кто-то вообще есть. Мы разместили между первым и вторым этажом. Как раз для тех, кто ходит пешком. Такой бонус. Блин, посмотрите, какая милота. Спускаюсь сейчас и вижу в своей вазочке, во-первых, отсутствие мандаринок, а значит, люди берут. А во-вторых, кто-то подложил еще яблочки. Классно. Это прям так, мне кажется, сближает соседей, даже если они не общаются. Теплее атмосфера, что ли, становится. А мы пошли гулять. Как вам размерчик? Это 22-й, по-моему, самый маленький, вообще, который только может быть. Первый выход на лед. Год, 7 месяцев и 1 день. Папа здесь. Улыбается даже. Я забыла, по-моему, все вообще. Как кататься, как стоять. Ноги вспомнят, надеюсь. Сами. Команда. И я где-то там ковыляю сзади. Евочка, умница! Молодцы! Евочка, ну как тебе? Это каток. Каток. У нас задача с Евой на прогулку найти, если она есть, конечно, рождественскую ярмарку. На самом деле у нас всегда... Почему я держу рукой вправо, если это неудобно? На самом деле у нас из года в год, конечно же, строится... городок, и там очень симпатичненько, очень красивенько, и в том году даже что-то было по типу рождественской ярмарки, то есть были всякие палаточки, но в этом году вроде бы из-за пандемии все это отменили. Но мы в любом случае двигаем в центр. Ева, покажись. Ку-ку. Привет. Просто проверить, заодно прогуляться.
купаться. Может быть, чего-нибудь такое красивенькое найдем. Зеленый. Пошли. Мы оказались в каком-то безумно красивом месте. Ну, точнее, конечно, я здесь была уже много раз, но вот это я вижу впервые. Посмотрите, какие высоченные потолки. Вот такой красивенный дом. Малыш, я тебя вижу. Сейчас пойдем. Ева, уже щечки красные, мы еще даже близко не дошли. В парк, да. Поздравьте нас, мы пришли. Тут действительно есть ярмарка. Вот я вижу какие-то уже палаточки. Все в огоньках. Ева опять где-то видит кошку. Мы пойдем что-нибудь искать вкусненькое и интересненькое. Представляете, следующее включение. Я тоже увидела мяу. Оказывается, Ева ее приветствовала. Ну ты глазастик. В общем, мы только в начале еще, но уже нашли чечевичную похлебку вот здесь. Там вафельки, тут какие-то игрушки. Тут даже фалафля с хумусом есть, из фалафеля. Я ни разу еще вам не показывала то, как я планирую свои недели, месяцы, свою жизнь в целом. Трачу духи, чтобы стереть месячной давности надписи, потому что они сложно спустя месяц смываются. В третьем влоге вроде бы, когда я говорила об идеях подарков, я назвала вот такой планер, и это действительно очень классная штука, она висит у нас на холодильнике. Раз в неделю заполняю план еды, этим мы тоже займемся, и раз в месяц занимаюсь планированием, собственно, месяца. Логично, да? Кстати, сейчас на фоне у меня играет плейлист, новогодний плейлист на 3 часа, который я создала для вас и для себя. В описании к этому видео я вам его оставлю, ссылку на него. Там 3 часа подряд играет рождественская новогодняя музыка, такая праздничная, такая теплая. В общем, пользуйтесь на здоровье. Итак, сейчас у нас месяц декабрь. Декабрь-январь. Начинаем с 28-12. Сюда мы пишем наши с Денисом, например, свидания. Всегда у нас по средам с 8 до 10. Я помечаю розовым, конечно. Затем каждое воскресенье у меня это заказ из магазина, где мы покупаем тофу, где мы покупаем йогурты соевые. Я всегда закупаюсь на неделю в воскресенье. Ну и, конечно, здесь я не отмечаю прямо наши ежедневные какие-то планы. Здесь скорее наоборот. Например, наши поездки в Тагил, наши поездки в деревню. Напишу, что 31-го. Новый год. Елочку нарисую. 2 числа мы поедем в деревню. Здесь у меня как список важных дел. Всегда стоит на первом месте витамины. Не забывать каждый день пить. Но куда интереснее вот эта табличка. Это план еды на неделю, который я составляю раз в неделю, собственно. Списочек продуктов, которые у нас всегда должны быть дома. Ну и сами приемы пищи, конечно, могут повторяться из недели в неделю, но вообще я делаю так. Неделю одно расписание, потом другое расписание. Абсолютно, да, на второй неделе. Потом что-то из первой недели, что-то из второй недели. Опережаю ваши вопросы. Не бывает ли так, что ты просыпаешься, у тебя здесь написано «Ешь гречку», а ты хочешь овсянку, и ты что, будешь заставлять себя? Ну, конечно, нет. Это не для того, чтобы совсем лишать себя выбора. Это наоборот, чтобы тебе было проще выбрать из множества вариантов, когда ты не знаешь, что приготовить. Это очень выручает. В итоге весь этот список тоже поплыл, придется его тоже стереть и писать заново. Как я составляю вообще завтрак, обед, ужин, чтобы это было комплементарно по пользе, по белку, да, например. У меня есть 2 меню, которые я покупала у одного нутрициолога-вегана. Я беру не все отсюда, а то, что мне понравилось, то, что у нас уже закрепилось, и в итоге сама выстраиваю рацион. Легче всего сначала прописать разнообразные завтраки. Ужин у нас вообще чаще всего один и тот же, это овощи, запеченные с тофу. Самое всегда проблемное для меня это обед, и вот на помощь приходят меню. Ну вот и все. Мозговой штурм на 15 минут и меню на неделю готово. И как это невероятно экономит время в течение дня, в течение недели. Да, кстати, среда у нас всегда мы заказываем еду. День отдыха от готовки. Да и вообще в любой день, конечно, если нет сил или нет времени, ты понимаешь, что нет ресурса на готовку, мы откуда-то заказываем, либо не заморачиваемся, едим, что есть.
Наверное, самый главный и самый важный монолог за всю неделю влогов сейчас состоится. Во-первых, потому что я хочу подвести итоги этой недели. Не передать словами, насколько сильно за эту неделю мы с вами сблизились. Мне кажется, что вот чего-то такого мне не хватало. Какой-то жизненной искренности на протяжении вот такого продолжительного времени. То есть не просто один влог там в 2 месяца, а именно такого погружения, наверное, сближения. То есть мы действительно с вами стали будто семьей на эти 7 дней. И невероятное количество добрых слов я от вас услышала и прочитала за эту неделю. И я понимаю, что, значит, это классная идея, и, возможно, мы даже повторим через год. Может быть, это даже станет нашей традицией. Неделя влогов перед Новым годом. Еще одна небольшая традиция, которую я точно хочу закрепить на своем канале, это новогодняя притча-поздравление. Кстати, возьмите себе на заметку, если все время для вас поздравление друзей или родственников это какая-то мука мучная, и вы думаете, что же еще придумать? Так, вроде счастья, здоровья, там, успехов, радости. И вот мы все чувствуем, что это не то, что этого недостаточно, что хочется что-то особенное сказать, и чтобы этот человек тоже что-то особенное услышал. И вот притчи, мне кажется, это один из самых лучших вариантов поздравления. Именно когда вы найдете нужную, да, притчу для человека, вы понимаете, в какой примерно он сейчас в жизненной ситуации, и вы понимаете, что ему будет полезно, что ему будет актуально. Я подготовила такую притчу, которая, мне кажется, для нас, для всех будет всегда актуальна, полезно себе просто напоминать. Однажды учитель принес в школу для своих учеников много воздушных шаров и попросил каждого ученика на одном воздушном шаре написать свое имя. Когда все ученики это сделали, они вышли в общий коридор, где было много места, много пространства, и отпустили все шары наверх. Получается, что они все перемешались между собой, и учитель дал им задание. За 5 минут нужно найти свой шар со своим именем. Время вышло, но никто ничего не нашел, все перепинались, все перетолкались, и дело было провалено. Тогда учитель попросил учеников взять шарик, который находится прямо рядом с ним, и просто отдать его тому человеку, чье имя написано на шаре. Не прошло и 2 минут, как все шары были у своих хозяев. Наконец учитель подвел итоги эксперимента. Он сказал, что воздушные шары — это как счастье. Один не найдет его, если ищет его только для себя. А если все заботятся друг о друге, то так быстрее его можно найти. В новом 2021 году я хочу вам пожелать не успехов успешных, хотя это тоже очень важно, но заботиться о ближних и думать, как вы можете улучшить жизнь других людей. Человек растет, когда трудится, когда делает что-то хорошее для другого, тогда его душа окрыляется, тогда его сердце становится таким большим и безграничным. И счастье, оно удваивается в итоге. То есть ты получаешь счастье от того, что отдаешь счастье другому. И ты его у себя не забираешь, ты только его множишь. Вы часто меня спрашиваете, не бывает ли у меня каких-то периодов апатии, грусти, печали и ощущения, что ты вообще ничего не хочешь делать. И, конечно, как и у обычного человека, такое бывает. И единственное, что меня выводит из этого состояния, как я для себя отследила, мне кажется, важно, да, замечать, вот, что именно тебе помогает выходить из этого состояния, что тебя заново ставит на ноги, помимо времени, да, это то, что я концентрируюсь не на себе. Наш мозг так устроен, что мы все очень эгоцентричны, мы все зациклены на своих желаниях, на себе, на своих успехах. Мне очень помогает отключать вообще мысли о себе. Я перестаю так сильно себя возвышать, что ли, в своих глазах, да, чего очень сильно хочет мое эго, и направляю все свои силы на служение людям. Любое абсолютно служение людям, будь то ваши родственники, ваши соседи, моя аудитория, например, то есть на какой-то труд для другого человека. И это очень помогает, и самое главное, это дает тебе энергию. Дает тебе энергию жить, дает тебе вот это ощущение ценности тебя самого. 2020 год был очень удивительным годом, очень трансформационным. В любом случае, какие бы плохие события, да, на первый взгляд, плохие события, мы бы не встретили, они всегда нам даны для чего-то, они всегда нам даны для роста, и обязательно нужно это осознавать, обязательно нужно из этого всегда делать вывод, что везде, где какой-то провал, везде, где какое-то дно, это значит, что от него можно оттолкнуться и идти выше, и идти дальше. Вообще, я очень люблю перед Новым годом 30 или прямо 31 числа, если есть время, делать
некое погружение в себя, да, и в свой прошлый год, задавать себе вопросы, прямо письменно прописывать их, например, за что я благодарна этому году, и прямо вспоминать, что действительно произошло ценного, какие уроки я могу извлечь, где было плохо, больно, но зато после этого было понятно, что вот так не нужно делать, так нужно делать. Мне, конечно же, как и всем нам, на самом деле, есть за что поблагодарить 2020 год, я обязательно этим займусь в письменном виде, и еще я хочу вам предложить такую практику, можно ее сделать вместе в Инстаграме, если вы захотите, дайте мне знать. Это составление нашего колеса баланса. Это такая штука, такая практика, которая помогает на поверхности увидеть всю твою жизнь, если ты будешь, конечно же, честен с самим собой, честно будешь отвечать. Она очень несложно делается, это можно сделать все с помощью ручки и бумажки, и отследить, какие сферы жизни вам хотелось бы подтянуть. Желательно это колесо сохранить для следующего года, когда вы будете 31 числа 2021 года смотреть и понимать, так вот получилось у меня в этой сфере подтянуться, или вообще, может быть, все по-другому стало. И да, несмотря на то, что я не очень люблю вот эти «с понедельника начну», «с нового года начну», но все равно Новый год — это такая точка отсчета всегда в наших головах, когда ты понимаешь, что что-то с нового листа начинается, что что-то подходит к концу, а что-то новое начинается. И я просто хочу вам сказать, чтобы вы пробовали, не боялись ошибаться. Это самое бессмысленное, что мы можем делать в нашей жизни, это бояться ошибаться, потому что только благодаря ошибкам мы в итоге что-то понимаем, только благодаря ошибкам мы растем. И это я говорю в первую очередь себе тоже, потому что, конечно же, мой мозг тоже запрограммирован сидеть в своей зоне комфорта и делать только то, что мне удобно, то, что мне комфортно, то, что мне хорошо. И бояться выходить на какой-то новый уровень. Так вот, я говорю нам всем, чтобы мы не боялись, чтобы мы шли, открывали для себя новое, пробовали и еще раз пробовали. Я вас благодарю от всей души за вашу активность, за ваши добрые слова, за то, что были со мной этот год. Я надеюсь, в следующем году, не то что надеюсь, я знаю, что в следующем году мы, конечно же, будем на связи. Я разыгрываю новогодний бьюти-мешочек среди вас, и, как всегда, нужно подписаться на мой канал, на мой Инстаграм и найти в Инстаграме вот этот пост. Написать под ним любой комментарий и ждать января, потому что все розыгрыши будут уже в январе. Ну а я с вами прощаюсь до следующего Нового года. Следующее видео выйдет уже в 2021. У меня уже столько идей, на самом деле столько сценариев расписано. Не терпится сначала отдохнуть немножко все-таки, потому что от монтажа все равно устаешь. Ну а потом взяться снова за дело и радовать вас и себя. Конечно же, улыбайтесь чаще, потому что не вижу повода не делать этого. Всех обнимаю.